привет, мои хорошие, мои друзья. Здравствуй, Женя, здрасте. Здравствуй, канал, Женя, скажи, здравствуйте. Тут смотрите, какие деревья так спрятали. Ну ладно, там потом. Сейчас мы находимся на территории больницы Середавина. Раньше она называлась больница Нет, как она называлась? Калинина. Калинина, точно. Клиническая, другая у нас. Теперь по-другому название меняют. И потом, когда где-нибудь слышишь, что название какое-то вообще другое, кажется, что открылась какая-то новая больница. Я там церквушку снимала, но она будет в отдельном ролике. Здесь лавочки, у них большая территория. За этим домом находится лесопарк большой. Занимающий очень много места. Слушай, а там какие скульптуры, смотри, стоят. Что-то стоит. Видел? Там Середавина. Нет, а вон там что такое? Не видишь, что сложная друг на дружку? А, это камушки. Да. Летние. Елочки тут какие красивые. В городе уже снега нету, а здесь пока еще на окраине лежит. В некоторых местах. Какая там что-то написано клиническая. У нас ветер, второй день очень сильный. Здесь какие ступеньки, смотри. Что-то вот так вот больным с болью приезжаешь, поднимаешься. Или выходишь с болью и поднимаешься. Ну, внизу есть двери. Ну, там опять же подниматься надо, наверное. Куда-то. Подожди, отсюда сейчас засниму название. Самарская областная клиническая больница. Почему клиническая-то? А, с этой стороны. Тут по осени ходить. Пойдем. А, ну слава богу, выход есть, а то думал сейчас возвращаться. Где? Откуда ты тут все знаешь? Ходил. Да? А что тут ходил? Постул тоже. Красный кирпич, кстати, смотри, очень красиво смотрится с этими елочками зелеными. Так как-то это по-домашнему так уютно. Здесь есть парк, чтобы больные могли выйти, подышать свежим воздухом. Там забор, что ли? Или там тоже что-то? А, там что-то есть. Отойди. Сквер Владимир Середавин. А, тут даже сквер называется. Лесочек какой-то. Воздух там, когда мы ходили еще 8 лет назад. Воздух, по-моему, да. Вон, тут и печь там. А, вон машинка. Канатоходец, видишь? А, я не помню, что там есть. Палка. Там и машинка, смотри, какая классная. Девушка, да. Она стоит. Там карета, вон какая-то, домик.
Канат охотится. Канат идет. Кораблик, да. Ой, сейчас я упаду. Кораблик, да. Какой там домик. А, скворечник еще. Какой-нибудь. Не ходи, тебе надо. Тюльпанчики. Ну, пойдем. Тюльпанчики выберешь себе. На обратно, что ли, пойдем? Конечно. Там хоть выбор побольше. Какой там конечный 61-й молодец? Пустырь там просто. Наш столик. Я у мамы. С креветками. С грибами. С красной рыбкой. Обалденно. А еще один с грибами. Рядом где-то находится. Всем привет! С вами канал Артмания. И мы находимся в самой окраине города Самары. Прям находится вот тут, вот, почти во дворе. За меня встать. А там все три классные. А что, мы прям туда идем, что ли? Шарик повесил. Как проводим? Обогревает нас. Куда дальше? А он распечатает. Туда как раз и надо. Ой. Самарский хлеб. Ну, давай там перейдем. А ты смотри, другой 17 идет.